всесторонне оценив сложившуюся ситуацию, предлагается занять оборону по левому берегу реки Днепр. За реку Днепр. Понимаю, что это очень непростое решение. В то же время мы сохраним самое главное – жизни наших военнослужащих и в целом боеспособность группировки войск, держать которую на правом берегу в ограниченном районе. Согласен с вашими выводами и предложениями. Приступайте к отводу войск и примите все меры, чтобы обеспечить безопасную переброску личного состава, вооружения и техники за реку Днепр. Есть. Маневр войск будет осуществлен в ближайшие сроки. Вменяемые люди могут увидеть в этом человеке признаки какого-то недуга или недомогания. Совершение боевой работы по освобождению Мариуполя.